Народная артистка СССР, лауреат 5 сталинских премий. Изящная, изысканная, необыкновенно обаятельная, с легким, веселым, искрометным характером, худенькая, небольшого роста, с глазами фиалкового цвета. Она производила впечатление ангела. Родилась в крестьянской семье. Мама Мария Наумовна была неграмотной. Отец Алексей Дмитриевич имел 3 класса образования. Марина в семье была самой старшей. У нее был брат Анатолий и 2 сестры Клавдия и Валентина. Рано стала помогать матери по хозяйству, пасла корову, убирала в доме, стирала белье. После окончания школы, когда ей не было еще 16, стала работать сельской учительницей. В 1929 году Марина приехала в Москву и с первой же попытки поступила в театральный институт. В 1933, окончив ГИТИС, была принята в группу МХАТа. Уже в студенческие годы начала сниматься в кино. В 1935 году вышла замуж за актера Ивана Любезного, но этот брак продолжался недолго. Встреча с Иваном Пырьевым изменила ее жизнь. Они познакомились в 1934-м. Он был женат, и у него подрастал сын, которого он очень любил. С 1936 года они стали жить вместе. В 1938 у них родился сын Андрей. Ради нее он оставил семью, развелся. Его жена в порыве отчаяния пыталась покончить с собой, а потом в сердцах сказала Ладыниной: «В один прекрасный день он отбросит вас, как меня». Марина не поверила. Они расписались официально только в 1952 году. Их отношения никогда не были безоблачными. Внешне их жизнь казалась идеальной. Они были знамениты, почитаемы, счастливы. Правда, Иван Александрович всегда славился любвеобильностью, был падок на красивых женщин. Марина Алексеевна закрывала на это глаза. Они прожили вместе 18 лет. Развод. Он отобрал все, что ей было дорого, сына Андрея. Но главное, Пырьев лишил Марину ролей в кино. Больше тебя никто и никогда снимать не будет. Путь в кино был закрыт для нее навсегда. Никто не смел пригласить его бывшую жену на роль. Не могла актриса найти работу и в театре. Оставались концерты, творческие вечера, редкие роли в театре. Марина увидела Пырьева через 4 года, когда пришла на его похороны. Кто-то неловко спросил ее: «Вы его сильно любили?» «Я его и сейчас люблю», – тихо ответила она. В начале 90-х ее уволили из театра киноактера за прогул без уважительной причины. Замуж она больше не вышла. Своего бывшего мужа пережила на 35 лет. Снялась в 16 фильмах.
она осталась почти одна. Не выходила из дому, не давала интервью, практически ни с кем не общалась, хотя очень страдала от одиночества, очень тосковала по кино. Денег постоянно не хватало, жила впруглой, на мизерную пенсию. В 98 году, на ее 90-летие, о великой актрисе наконец-то вспомнили. Ей вручили премию «Ника» в номинации «За честь и достоинство». Актриса горько пошутила: «За честь и достоинство, с которыми я прожила эти годы забвения». Сын Андрей – кинорежиссер, сценарист, актер. Он пережил свою мать всего на 8 лет. Внук Иван – историк, египтолог. Ее душа устремилась на небо, туда, где ее ждал любимый, которого она все-таки простила.